Только добро. Только добро. Только добро. Только добро. Я такая же, как и все. Я Юдина Наталья, родилась в 95-м году в Москве. Сначала родители не знали о моей патологии, но со временем, когда я родилась, уже все стало ясно. Предлагали отказаться, но они не пошли по такому пути и все-таки решили оставить. Я занимаюсь плаванием уже более 12 лет, имею звание мастера спорта. Участвовала в множествах чемпионатов Москвы, Европы, также России. На России, на Москве абсолютная чемпионка, на Европе просто в призах. Хочу также преподавать либо адаптивный спорт, либо большой спорт, неважно для здоровых или для людей с патологией, в любом случае заниматься своим любимым делом. Мне кажется, для счастья не обязательно материальная какая-то основа. Но важно, чтобы все были близкие, здоровые, счастливы. То есть счастье не в деньгах? Абсолютно нет. Только добро, только добро в сердце твое. В сердце твое.